Телепроект «Премия». Калининградский продукт. Первый рулон обоев фабрика «Прима Итальяна» выпустила в ноябре 2013-го. Сегодня компания отправляет свою продукцию в Россию, СНГ, Италию, Китай, Турцию и Иран. Уникальные дизайны, сложные структуры и богатые колористики для калининградского завода разрабатывают в Италии. Компания является резидентом особой экономической зоны и занимает площадь в 4 гектара. Мы работаем с дистрибьютором, который собирает пожелания рынка, и эти пожелания доносит до нас, до нашего дизайнера, после чего идет очень кропотливая работа над созданием коллекции. Высокие производственные технологии позволяют печатать виниловые обои на флизелиновой основе методом глубокой печати и горячего тиснения в регистр. Материалы и сырье компания получает из Голландии, Англии и Италии. Вместе с самыми современными технологиями на фабрике применяют и ручную работу. Орнамент на таком вале чеканится итальянскими мастерами вручную. На эскиз и проработку мельчайших деталей уходит несколько месяцев. Не секрет, что итальянцы являются законодателями моды, и всегда исторически так и было. Поэтому мы работаем в стиле классическом. С именитыми модельерами сотрудничает наша материнская компания, которая находится в Италии и в России. Это прямой контракт с Валентином Юдашкиным. Компания заботится не только о качестве выпускаемой продукции, но и об окружающей среде. На предприятии установлена камера дожига, которая очищает выхлопы до состояния чистого воздуха. Купить обои фабрики «Прима Итальяна» можно, позвонив по телефону 311-501 или в шоуруме по адресу поселок Каменка, улица Дачная, дом 5. Телепроект «Премия». Калининградский продукт.